Чё так холодно? Печка не работает. Сейчас позвоню мастеру, который эту печку ставил, и выскажу ему все, что я о нем думаю. Коля, ты печку поставил, а она не греет. Сосед заходил, сказал, что дров нет. Откуда я знаю, что дрова нужны? Я же не программист. А в чате сказали, что я глупая курица. Даже ежу понятно, что дрова нужны. Еж подтверждает, что без дров печка не греет. Коль, давай быстро телепортируйся сюда и реши проблему с дровами. Как я здесь жить-то буду? Так, ну чего тут случилось-то с печкой? Ну, дров нет, я же не программист. Откуда я знаю, что дрова нужны? Давай объясни, что такое дрова и откуда их брать? Ну, в общем, дрова это такие... Так, в общем, как бы это объяснить попонятней? Ну, дрова это такие куски дерева, которыми печку топит. Как топит? Как Герасим Муму топит? Ну, нет, не как Герасим Муму, а... Ну, это... Жаргон такой, топить печку. Там на самом деле внутри печки эти дрова разжигают, они горят и выделяется тепло. А дом-то не сгорит? Нет, ну печка, она безопасна. Там все закрыто, это закрытый огонь, и дом не загорится. А где дрова брать? Ну, дрова, конечно, можно платные купить, но это будет дороже, чем печка стоить. Разоришься. Поэтому обычно все люди дрова загружают из бесплатных ресурсов. Ну, или из леса, или из кучи строительного мусора. Объясни, а как загружать-то их? Ну, вообще, если из леса, то лес – это вообще платный ресурс. Но там есть бесплатный раздел «Валежник». А как грузить? Прямо из леса в дом? Грузишь на транспортное средство. На транспортном средстве везешь на двор. Сгружаешь с транспортного средства. Потом с помощью инструментов топор и пила преобразовываешь дрова к формату, совместимому с печкой. А что так сложно? Ну, это у Лешего спроси. А как этими инструментами пользоваться? Есть там какая-то иконка, что ли? Не, ну вот иконка есть. В принципе, перед ней можно помолиться Богу. Но только если инструментами работать не будешь, то иконка не помогает. А попроще нельзя как-нибудь? Не, ну попроще это ставь электрообогреватель, и будет тебе тепло. Но это ж не креативно.